У нас график начинается с утра, мы встаем, чистим зубы, я поднимаю своих детей, мы идем, собираемся в садик, в школу, завтракаем. Это все на мне. Я мама. Я считаю, что мама – это основное в семье. Настроение, уход – это все на мне. Понятие семейных обязательств – это, ну, на мой взгляд, когда вы своим ребенком проводите очень много времени, ну, как бы, даже не просто много времени, а вы целиком полностью погружены в его интересы, при этом развиваетесь сами вместе с ним. Ну, я считаю то, что наши родители – это наш показатель, к чему мы должны стремиться, и что институт семьи – это самое высокое, что есть. Дети – цветы жизни, а семья – это самое главное в жизни. Я вообще считаю, что муж и жена, ну, как говорят, одна сатана – это раз. А во-вторых, человек – это независимо от того, мужчина он, женщина. Человек остается человеком, и поэтому это должно быть взаимопонимание, любовь – это самое главное, конечно. Вот, беречь друг друга. Вот, и если уже взрослый, помогать в воспитании детей. Семейное взаимодействие – это общение, там, времяпрепровождение совместно, игры. Ну, может, какая-то трудовая деятельность.